Спонсор показа — магазин компьютерных игр zakazaka.com. Покупай игры здесь, выигрывай их бесплатно. Все ссылки в описании. Грядущий 2015 год готовит нам множество потрясающих игр с крутой next-gen графикой и завораживающим сюжетом. Игры, мимо которых нельзя пройти мимо. Сегодня вы ознакомитесь с лучшими играми конца 2014 года, на которые вам явно стоит уделить свое внимание. Открывает наш хит-парад ожидаемых игр симулятор кораблей с названием World of Warships. Очередная игра от Wargaming.net. На этот раз не про танки или самолеты, а про боевые корабли времен Второй мировой войны. Игра предложит игрокам все разнообразие боевых кораблей с уникальными характеристиками для каждого и сможет похвастаться динамической системой погодных условий и реалистичной графикой. Кроме того, World of Battleships объединит все три игры — World of Airplanes и World of Tanks — экономической системой, которая позволяет распределять ресурсы между играми на свое усмотрение. На 9-м месте располагается игра под названием The Evil Within. Здесь нам расскажут историю детектива Себастьяне, который вместе со своим партнером отправляется к месту ужасного массового убийства. После этого Себастьян очнется в неведомом месте, наполненном монстрами. Его цель — узнать, что происходит, борясь с тварями и собственным безумием. Разработчики обещают отличное сочетание хоррора и экшена, нехватку ресурсов, жестокие ловушки и загадки. Мистический мир игры может трансформироваться в реальном времени, реагируя на ваши действия. Такие элементы, как двери, коридоры, комнаты, здания и даже природа, могут видоизмениться. Заслуженное 8-е место — The Sims 4. Долгожданная игра-симулятор жизни, которая позволит вам играть в жизнь как никогда раньше. Создавайте и контролируйте совершенно новых персонажей физически, разумно и душевно. Создавайте уникальные миры, направляйте и изучайте жизни персонажей и получайте незабываемые и удивительные впечатления. 7-е место — Dragon Age Inquisition. Это масштабная ролевая игра, продолжающая сюжет первых двух частей серии. Действия игры разворачиваются спустя несколько лет после окончания Dragon Age 2. Мир объят пламенем новой войны между магами и храмовниками, а главному герою, командиру Инквизиции, предстоит решить не только эту проблему, но и остановить вторжение демонов, разобраться в хитросплетениях дворцовых интриг и сделать многое другое. Каждая игровая локация огромна и неповторима. 6-е место — Alien Isolation. Действие разворачивается через 15 лет после событий фильма «Чужой». Протагонист игры — девушка Аманда. Она дочь Эллен Рипли и расследует исчезновение своей матери. Главная героиня находится на космической станции «Севастополь» и ищет записи о корабле «Настрома», на котором происходили действия фильма. Однако данная станция уже заселена чужим, который устраивает охоту на людей. Нам выдадут радар, с помощью которого можно будет улавливать движение на определенных дистанциях. Разработчики много усилий вложили в искусственный интеллект чужого. Он будет постоянно охотиться на игрока и находить всяческие пути для сокращения дистанции с ним. 5-е место — Call of Duty Advanced Warfare. Это очередная часть бесконечной серии шутеров от первого лица, действия которой разворачиваются в недалеком будущем, когда безопасности Америки угрожает частная военная корпорация, стремящаяся подмять под себя всю страну. Также в игре будут присутствовать возможность кооперативного прохождения. Протагонист игры будет одет в специальный экзоскелет, который можно будет прокачивать по мере прохождения. Также в многопользовательскую игру будут добавлены новые перки. Заявлена возможность использовать дроны и другую боевую технику во время игры. На 4-м месте располагается игра под названием The Crew. Здесь игра отправит игроков кататься по просторам открытой карты виртуальных Соединенных Штатов, которая заполнена испытаниями и другими геймерами. Имеются разнообразные типы местности — города, пригороды, холмы, кукурузные поля, каньоны, пустыни и гоночные трассы. Третье место — Assassin's Creed Unity. Это экшен с видом от третьего лица, про секту самых искусных и опасных убийц, действие которого разворачивается в период Великой Французской революции. 2-е место — Far Cry 4. Действие происходит в Гималаях. Это дикая земля, полная опасностей. Она находится под властью деспотичного самозванца. Far Cry 4 большой упор отведен в сторону многопользовательского прохождения миссий кампании. Например, прямо посреди одиночной миссии игрок может пригласить своего друга, чтобы тот помог ее пройти. Также можно использовать различные оружия и средства передвижения. Все это должно обеспечить вас возможностью индивидуального подхода к игровому процессу.
Самой ожидаемой игрой, по мнению подписчиков группы Quantum Games, является GTA 5. Самая ожидаемая игра в игровой индустрии в жанре экшена с открытым миром. Сюжет игры GTA 5 будет происходить в городе Лос-Сантос, который является прототипом Лос-Анджелеса. Создатели очень серьезно постарались над городом. Улицы плотно застроены, а по кварталам передвигаются различные пешеходы. Серую мрачность в GTA 4 сменили красочными текстурами. Помимо города, разработчики отлично реализовали огромного размера сельскую местность, частично наполненную лесами и холмами. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ссылочки найдете в описании. Также оставляйте ваши комментарии под видео, ставьте большой жирный палец вверх и еще предлагаю вашему вниманию несколько своих видео. Все вышеперечисленные игры вы можете предзаказать в магазине zakazaka.com.